Programul conține plasare de produse. Привет, я Елена Потарак и программа «Четверть мили», пятый сезон. Сегодня вы увидите. Всем привет, я Елена Потарак и программа «Четверть мили», пятый сезон. Сегодняшняя программа не совсем обычная, так как она выходит в эфир в канун Нового года. И это означает то, что пятый сезон подходит к своему логическому завершению. И по своей сути выпуск будет итоговым. В каждом сезоне программы мы стараемся внести что-то новое в формат передачи. Этот сезон не стал исключением. Так, на протяжении осени вы могли следить за рубрикой «Четверть мили Евротрип». Отметим, что для нашей группы и продюсера программы Дениса Полякова это был абсолютно новый формат телевизионного продукта. И как показали рейтинги, у них все получилось, а вам понравилось. И сейчас вы увидите итоговый материал об этом путешествии. Пять с половиной тысяч километров Европа своими глазами. Собираясь в длительное автопутешествие, необходимо максимально проработать маршрут и взять с собой все самое необходимое. Одним из важных моментов являются электронные гаджеты, которые помогут вам в пути. Итак, обсудив все нюансы, перед нами нарисовалась примерная картина путешествия, главной целью которого было проверить в действии работу безвизового режима с Евросоюзом и насколько просто стало путешествовать нашим гражданам. В результате поставленной задачи мы определили для себя 9 стран, которые должны посетить, а Швейцария стала той страной, достигнув которой наша команда должна была повернуть обратно. Итак, в путь. Первым, согласно нашему маршруту, стал румынский город Брашов. Но прежде чем до него добраться, нам необходимо было пересечь границу. Отметим сразу, что мы намеренно не оповещали о своем приезде пограничные службы, так как уже упоминали ранее, цель была поставлена пересечь границу не как командировочные журналисты, а как простые граждане Молдовы, обладающие биометрическим паспортом. Все, мы прошли паспортный контроль, впереди основной рубеж, граница с Евросоюзом, и заодно проверим наши биометрические паспорта. В путь, господа! Румынскую таможню мы прошли без проблем. Ответив на несколько вопросов и приобретя винету, мы двинулись в путь. Первое, на что мы обратили внимание, так это на идеальное дорожное покрытие и обилие светоотражающих знаков. На рассвете перед нами открылись красивые пейзажи румынских сел в предгорье. Итак, преодолев 400 километров, мы приехали в румынский город Брашов. И сразу же устремились в исторический центр. Помимо памятников архитектуры, нас, как автомобилистов, интересовало устройство дорожного движения. Как обстоят дела с парковками, есть ли пробки. Маневрируя по узким улочкам, мы были приятно удивлены тем, что в городе отсутствуют автомобильные заторы. И это несмотря на то, что Брашов посещают очень много туристов. Может, нам просто повезло в этот день. Не будем утверждать, говорим лишь то, что увидели. Кстати, где припарковать два наших автомобиля в историческом центре, тоже не составило труда, а вот погода нас встретила проливным дождем. Кстати, в Брашове находится одна из самых узких улиц в Европе. Ее протяженность составляет 80 метров, а ширина варьируется от 111 до 135 сантиметров.
После того, как мы побывали в Брашове, наше автопутешествие продолжилось в направлении замка Бран, известным еще как имение графа Дракулы. Приближаясь все ближе к намеченной точке, погода ухудшалась с каждым километром. Мы все немного задумывались о том, что это место действительно имеет какую-то таинственность. Проехав 30 километров, мы остановились практически у порога знаменитого замка. Однако погода нам никак не шла навстречу, а плюс ко всему уже вечерело, и мы приняли решение заночевать недалеко в горах, в одном из постоялых дворов. Наутро мы отправились не в сторону Брана, где находится таинственный замок, так как по счастливой случайности мы узнали, что совсем рядом проходит чемпионат Румынии по оффроуду. И в первую очередь, как автомобильная программа, мы решили сначала посетить грандиозное событие с монстрами бездорожья, а уж потом вернуться к замку. Несмотря на то, что эти места считаются мистическими из-за графа Дракулы, нам в этот день везло не на шутку. Так мы встретили нашего соотечественника Олега Негара, который принимал участие в этом грандиозном соревновании. Честно сказать, мы были удивлены в этот день не только автомобилями, но и организацией и простыми людьми. Мероприятие закончилось в обеденное время, и буквально после того, как все получили награды, через 15 минут на вершине горы не было уже никого. Участники и зрители организованно собрались и уехали, не оставив после себя даже намека на то, что здесь проходило соревнование. А мы же в свою очередь отправились в гости к графу Дракула, а точнее сказать, к замку Бран. Бран является знаменитейшим и самым загадочным замком Румынии. Это место под номером один, которое стоит посетить во время путешествия по этой стране. Мы же, в свою очередь, всей командой отправились в путь. Нас впереди ждал новый город Дева, который находится на окраине западно-румынских гор и является административным центром провинции Хунедара в регионе Трансильвания. Если вы оказались в этом городе, то мы рекомендуем не полениться и проехать буквально 20 километров до замка Карвинов, который является одним из самых популярных туристических достопримечательностей этого региона. Сегодня в замке Карвинов расположен исторический музей, а сам замок выступает в качестве одного из экспонатов. Это мрачное величественное строение окутано ореолом старины и никогда не испытывает недостатка в туристах. Так что советуем побывать здесь и прогуляться по замку, он вас впечатлит. Далее у нас был запланирован маршрут в столицу Венгрии. Но прежде чем добраться до Будапешта, всей нашей группе необходимо было преодолеть границу. Буквально за несколько километров до нее мы сделали небольшую остановку, дабы приобрести винету. На румыно-венгерской границе нас ожидала небольшая проверка документов. И тут биометрические паспорта сделали свое дело. У пограничной службы не возникло никаких лишних вопросов. Прохождение заняло буквально 10 минут. И все благодаря тому, что наша республика подписала соглашение с Евросоюзом о безвизовом режиме. Переночевав в венгерском городе Сигет, мы двинулись в Будапешт. Трасса М5 представляет из себя полноценный европейский автобан. Несмотря на проливной дождь, мы спокойно приближались к намеченной цели. До столицы Венгрии добрались уже на закате дня. На следующий день нас ждала увлекательная прогулка по городу, который очень богат памятниками архитектуры. В Будапеште работают десятки художественных, исторических, этнографических музеев, выставочных залов и картинных галерей. А главным символом города считается величественное здание парламента. После того, как мы познакомились с Будапештом, мы отправились в соседнюю страну – Словакию. Расстояние между столицами двух государств по автобану всего 200 километров. А так как на дорогах такого класса разрешены более высокие скорости, то и время в пути было недолгим, в результате чего мы не успели оглянуться, как нас уже встречала Словакия.
Граница, скажем так, уже только формальная. Эта страна входит в Шенген-зону. Соответственно, тут действует соглашение об отмене паспортно-визового контроля на границах. Но так было не всегда. И об этом напоминают огромные таможенные терминалы, на которых когда-то кипела работа. А сейчас все тихо и спокойно. И даже граждане Молдовы могут пересекать границу Словакии. А все благодаря подписанному соглашению о безвизовом режиме с Евросоюзом. Однако, если вы путешествуете на автомобиле, как мы, то при въезде в страну все же надо сделать остановку и оплатить пользование дорогами. Иными словами, приобрести словацкую винету. Интересный факт. Братислава является единственной столицей в мире, которая непосредственно граничит с двумя другими государствами – Австрией и Венгрией. До 1936 года из Братиславы в Вену можно было доехать на городском трамвае. Во времена, когда Словакия была объединена с Чехией и входила в страны соцлагеря, Братислава немного утратила свою значимость. Но все изменилось в 1993 году, когда Словакия получила вновь независимость. Город снова стал столицей. В него вернулись правительственные учреждения, а с ними и большой бизнес. За прошедшие 20 лет столицу удалось привести в порядок, отреставрировав все исторические памятники. И сегодня Братислава встречает туристов в своем великолепии. Всей нашей группе очень понравилась эта страна и ее люди. Так что рекомендуем, если вы отправляетесь в автопутешествие, то Словакию обязательно включите в свой маршрут. После посещения нами Словакии и ее столицы Братиславы, мы отправились в соседнюю страну Австрию. Буквально в 11 километрах от словацкой столицы располагается контрольно-пропускной пункт. Но он также, как и все остальные в странах, входящих в Шенген-зону, несет чисто формальное разграничение между государствами. Никакого паспортно-визового контроля. Все сделано для свободного перемещения граждан. И мы со своими биометрическими паспортами спокойно пересекли границу. Далее перед нами открылись знаменитые автобаны с множеством туннелей, развязок и идеальным покрытием. Кстати, для тех, кто страдает клаустрофобией, не стоит переживать, когда вы находитесь в туннеле, так как они оборудованы по высшему классу. Потолочное освещение расположено очень четко над дорожной разметкой. Через определенное расстояние есть эвакуационные ходы со связью с центром контроля трафика. Всю эту картину дополняет информационные панно, которые подсказывают вам, куда вы двигаетесь и какому скоростному режиму надо придерживаться. В общем, проехав буквально 70 километров, мы остановились на окраине Вены. На следующий день мы решили отправиться в центр города, но на этот раз без наших верных автомобилей Hyundai, которые на тот момент уже провезли нас 1800 километров. Оставив их возле гостиницы, мы пересели на городской транспорт. Заодно решили на себе проверить действие всю инфраструктуру, так как о венском общественном транспорте очень многие положительно отзываются. Итак, прежде чем сесть в автобус, необходимо приобрести билет. И тут ждет вас интересный момент. Оплата за проезд разная. Можно приобрести билет на одну поездку, а можно купить проездной на все виды транспорта. И тут цены меняются в зависимости от количества дней использования. Итак, мы всей командой добрались до самого сердца австрийской столицы. И тут перед нами открылись удивительные виды на средневековые улицы и памятники архитектуры. Гуляя по центру, мы случайно познакомились с нашей землячкой Натальей, и она нам очень помогла в этот день, отложив все свои дела, устроила нам колоссальную экскурсию вместе со своим супругом по историческим кварталам Вены. После посещения Вены мы выдвинулись в путь по направлению в Зальцбург, который находится в 300 километрах от австрийской столицы. Город расположен на берегах реки Зальцах, у северного подножья Альпийских гор.
Проведя время в этом городе, мы решили всей командой отправиться на Альпийские озера. Остановились мы на озере ледникового происхождения Монзи. Почему мы сюда приехали? Да потому что быть в непосредственной близости от него и не заехать, это было бы кощунством по отношению как к себе, так и к вам. Вы, наверное, спросите, почему? Отвечаем. От того поразительного вида, что открылся перед нами, сложилось такое впечатление, что как будто бы время остановилось. Хотелось просто сесть на берегу и задуматься. А о чем, это уже не важно. Но размышления о высоком – это хорошо, а ночевать нам надо было где-то. И тут мы решили проверить на себе, что такое настоящий кемпинг. И один из них мы нашли прямо на берегу озера. Кемпинг оборудован для автотуристов по полной программе. Есть отдельные места для установки палаток, а если вы путешествуете с трейлером, то это место самое то, что вам нужно. На территории располагается вся необходимая инфраструктура для комфортного проживания, начиная от санузлов, заканчивая рестораном. С наступлением темноты в спокойной обстановке поужинали и связались со своими близкими через наши гаджеты. Вот таким был этот день. Рекомендуем и вам обязательно посетить озеро Монзи. Оно вас не разочарует. Но вернемся к нашему путешествию. Впереди нас ждал крупнейший город Баварии, а именно Мюнхен, до которого необходимо было преодолеть 145 километров. Мы надеялись, что это незначительное расстояние преодолеем очень быстро, но на деле нарисовалась иная картина. Так, практически на протяжении всего пути весь поток транспорта то разгонялся, то практически останавливался. Самое интересное, что это явление наблюдалось как в встречном направлении, так и в попутном. В итоге нам всем это показалось немного странным, и этот затрудненный трафик мы назвали как «вялотекущая пробка». Хотя наверняка местные к такому движению привыкли и ничего особенного в этом не видят. Едут себе спокойно и не обращают внимания на происходящее вокруг. Так и наш малочисленный кортеж медленно, но уверенно продвигался к намеченной цели. Спустя несколько часов мы добрались до Мюнхена, и тут было принято решение не оставлять автомобили на окраине, а заехать в самый центр города, для того, чтобы проверить на себе, как обстоят дела с парковками и есть ли какие-то трудности в передвижении по городу. На удивление, мы спокойно, без особых усилий, добрались до исторического центра города. Припарковав машины, вся наша группа отправилась на прогулку. Итак, что же это за город? Название Мюнхен произошло от древненемецкого слова «у монахов». Население города составляет примерно 1,5 миллиона жителей. Таким образом, Мюнхен является крупнейшим городом Баварии и третьим после Берлина и Гамбурга городом Германии. Мюнхен славится своими пивоваренными традициями. В нем находится 6 крупных пивоварен, которые снабжают пивом знаменитый на весь мир Октоберфест. Так как мы не планировали останавливаться в Мюнхене на ночлег, нам надо было всем перед дорогой перекусить. И вот с этим в этом городе вообще нет никаких проблем. После Мюнхена у нас была запланирована Швейцария, достигнув которой, мы должны будем повернуть обратно в сторону Молдовы. Итак, до Цюриха около 300 километров и примерно 3,5 часа пути по великолепным дорогам. Переночевав в придорожном отеле, на утро мы пересекли швейцарскую границу.
Наши биометрические паспорта даже никто не проверял. Работники таможни бегло осмотрели наши автомобили и подсказали нам, что необходимо приобрести швейцарскую винету. И тут нас ждал на первый взгляд неожиданный сюрприз. Все мы знаем, что Швейцария является дорогой во всех отношениях страной. И за винету мы заплатили 40 швейцарских франков, что в пересчете составило 33 евро. Нам показалось дороговато, однако, как выяснилось, существует только один тип виньетки, срок действия которой составляет 14 месяцев. В пересчете на один месяц получается не так уж и дорого. А вот отсутствие оплаты влечет за собой штраф в размере 165 евро. Из-за своего местонахождения в Швейцарии очень много туннелей. Насколько нам стало известно, их около 220, общей протяженностью в 200 километров. Преодолев несколько из них, мы добрались до Цюриха. Гуляя по городу, мы случайно обратили внимание на водосточные канавы, хотя их очень трудно назвать таковыми. У швейцарцев, наверное, это в крови – делать все так аккуратно, что даже обычные термины не подходят к увиденным водостокам. Они словно швейцарские часы, выполненные с филигранной точностью и зазорами. Что уж тут говорить, судите сами. Цюрих уже несколько лет занимает одну из верхних строчек в списке самых удобных для жизни городов. Какие плюсы у финансовой столицы мира? Их много, один из которых – это компактность с точки зрения туристической прогулки. А что касаемо минусов, он только один – дороговизна. После ознакомления с Цюрихом в наших планах была Италия и город Милан. Проложив маршрут на наших гаджетах, мы отправились в путь. Нам предстояло преодолеть перевал через Альпийские горы, и основная часть пути проходила по живописной Швейцарии. Мы не знали еще на тот момент, какая красота ждет нас впереди. По дороге мы решили заехать в удивительное княжество Лихтенштейн. Из окон наших автомобилей открылся удивительный вид, и мы решили сделать остановку, дабы насладиться великолепным пейзажем. Как стало известно, это горное озеро Валензия, которое находится на высоте 419 метров над уровнем моря. Площадь зеркала 24 квадратных километра, а максимальная глубина 151 метр. Но эти данные – ничто по сравнению с тем, что мы увидели. Выражаясь культурным языком, вся наша группа была в оцепенении. Хотя я думаю, что вы, зрители, понимаете, какое слово больше подходит к описанию нашего состояния в этот день. Горы, выходящие из воды, водопады, словно седина с вершин, срываются в озеро, и все это кажется каким-то нереальным миром. Насладившись и немного отрезвев от эмоций, мы продолжили свое путешествие. Впереди нас ждали знаменитые перевалы через Альпы. Наш путь пролегал через перевал Сан-Бернардино. Эта дорога соединяет Швейцарию и Италию и является одним из наиболее важных горных перевалов на территории Европы. Другими словами, это величайший трансальпийский путь. А заслужил такой статус этот перевал еще и тем, что он является еще одной из самых высоких дорог в мире. Перевал Сан-Бернардино расположен на высоте 2065 метров над уровнем моря и входит в десятку самых красивых автомобильных дорог мира.
На тот момент, когда мы снимали этот материал, на календаре был конец июля. Выйдя из машин, мы ощутили на себе всю свежесть Альп. Термометры в автомобилях показывали, что за бортом плюс 8 градусов Цельсия. Так что летом в ущельях очень даже свежо, а воздух настолько чистый, что аж хотелось дышать все больше и больше. Отойдя немного от цивилизации, попадаешь в абсолютно иной мир, где нетронутые горные речушки, сочные луга и вершины гор, за которые цепляются облака. И невольно начинаешь понимать, насколько разнообразен наш мир, когда видишь все это и ощущаешь. Так что не поленитесь, обязательно побывайте здесь, даже проездом. И, безусловно, найдите хотя бы 10 минут и сделайте остановку. Вы об этом не пожалеете. Кстати, недалеко от этого места находится еще один перевал Сен-Готард, знаменитый тем, что именно там совершил свой переход через Альпы великий русский полководец Александр Суворов. А немного западнее находится еще один перевал Сен-Бернар, который является родиной известной породы собак Сен-Бернар. В общем, эти места очень красивы, но нам надо было двигаться дальше. Впереди нас ждала Италия и город Милан, до которого мы добрались уже ночью и остановились в одном из кемпингов. Хочется отметить, что кемпинги в Европе очень популярны. На их территории все предусмотрено для автотуристов. А самое главное то, что в подобных местах не так уж и дорого. И как выяснилось, очень многие европейцы осознанно останавливаются в таких местах из-за цены на проживание. Как говорится, скромно и со вкусом. Кстати, насчет вкуса. Мы же находимся в Милане, который имеет репутацию финансово-экономической столицы страны и одной из мировых столиц моды. Милан – главный город северной части Италии, административный центр области Ломбардия, самого крупного региона Италии и провинции Милан. Сам город Милан – второй по величине в Италии. Впереди нас ждал итальянский регион Венето и город Венеция, до которого надо было преодолеть 277 километров. Кстати, кто-то может подумать, что распространенный термин оплаты за дороги взял свое название именно от этого региона Венето. Но это не так. По одной из версий, слово «винетка» французского происхождения и обозначало раньше этикетку на винной бутылке. Позднее приобрело еще ряд значений, а в наше время это слово используется в основном как синоним слова «наклейка», указывающая на то, что вы оплатили использование дорог в той или иной стране. Как известно, автомобильных дорог в Венеции нет, поэтому всем, кто приезжает сюда на своем авто, приходится оставлять его на парковке. Связь между островной Венецией и материком осуществляется с помощью автобусов и пригородных электропоездов. Однако далее Римской площади на окраине Венеции ни автобусы, ни частный автотранспорт проехать не могут. Вся островная зона является пешеходной, так что дальше либо пешком, либо на водном транспорте. И тут, помимо всем известной гондол, существует своя очень развитая водная инфраструктура по перевозке пассажиров. И как в любом большом городе, тут есть такси, которое с удовольствием доставит вас туда, куда захотите. Но нас больше всего заинтересовал самый распространенный вид общественного транспорта – теплоходы «Вапоретто», которые ходят по всем каналам и до ближайших островов. Мы же приобрели билеты на самый живописный маршрут номер один. Он проходит по Большому каналу, который является одним из главных достопримечательностей города. В
Большой канал проходит через весь город и имеет в длину около 4 километров, при ширине до 70 метров. Он ведет на центральную площадь Венеции Пьяцца Сан-Марко, на которой расположены собор Базилика ди Сан-Марко и знаменитый Палаццо Дукале. Эти достопримечательности и были нашей главной целью в Венеции. Вокруг площади Сан-Марко расположено колоссальное число памятников старины. До того, как мы побывали в Венеции, не раз слышали о том, что якобы в этом городе в воздухе витает не очень приятный запах. Заявляем с полной ответственностью, что это не так. Возможно, нам повезло, не будем утверждать на 100%, но и не стоит верить слухам. Сложилось такое впечатление, что Венецию критикуют только те, кто там не был. А мы же отправились дальше в путь. Впереди нас ждала Словения и город Марибор. Нам необходимо было преодолеть 360 километров. После того, как мы побывали в Мариборе, по нашим планам была дорога домой. Впереди нас ждал путь длиною в 1500 километров, который проходил через две страны – Венгрию и Румынию. Если же в самом начале нашего путешествия путь пролегал по центральной части Румынии, то обратно мы решили возвращаться по верхней. Проведя ночь в Будапеште, перед тем, как отправиться дальше в путь, мы решили заложить наш маршрут в гаджеты и посмотреть, сколько нам еще предстоит проехать километров. Навигатор указал нам дистанцию в 1008 километров до Кишинева. По большому счету, такое расстояние можно преодолеть без остановок. Однако это в том случае, если вы едете и ни на что не отвлекаетесь. А так как мы во время движения еще и должны были работать, снимая все путешествие, то, соответственно, и время в пути увеличивалось. Ближе к вечеру мы добрались до венгро-румынской границы. После небольшого контроля и проверки наших биометрических паспортов, вся наша группа въехала на территорию страны-соседки. Остановку мы совершили в небольшом городишке Сату-Маре, где решили передохнуть перед финальным отрезком в 700 километров. Но, как говорится, легких путей мы не ищем. Утром решили немного отклониться от установленного маршрута и заехать в удивительное по своей красоте место, а именно в природный парк горы Марамуреш. Преодолев часть перевала, мы остановились в удивительном месте с прекраснейшей панорамой на горы возле монастыря Прислуг. Наслаждаясь горными пейзажами и чистым воздухом, можно не заметить, как время неумолимо бежит вперед. И, к сожалению, нам надо было двигаться дальше, ведь впереди нам необходимо было преодолеть вторую часть перевала, а до дома оставалось еще около 500 километров. Постепенно мы всей группой добрались к румыно-молдавской границе, которую прошли очень быстро. И буквально через некоторое время, уставшие, но очень довольные, мы приехали домой. В общей сложности нами было преодолено за все время путешествия 5500 километров. И весь этот путь был проделан на добротных автомобилях вместе с электронными гаджетами, которые не раз нам помогали в дороге. Но все это было бы невозможно без биометрических паспортов, благодаря которым все граждане Молдовы могут беспрепятственно путешествовать по Европе.
подошел к концу пятый сезон и 2014 год. Мы рады всем своим постоянным зрителям и тем, кто нас начал смотреть совсем недавно. Наша команда работает для вас, и поэтому вы можете смело обращаться с предложениями о том, что вы хотите увидеть в следующем сезоне. А сделать это можно очень просто. Надо всего лишь найти наши официальные страницы в интернете, оставить там свои пожелания. А мы с вами прощаемся и до встречи в новом году, в новом сезоне. С новым 2015 годом! Ура!